Эта детская сказка стала самой переводимой книгой после Библии. Еще при жизни автора эта история была переведена на 80 языков мира. Она принесла ему бешеную популярность, но сам писатель не любил своего героя. Да и к детям он относился с некоторой неприязнью. Сейчас расскажем, что это за книга, а вы пока подписывайтесь на наш канал и забирайте скидку на Литрес в закрепе. Взявшись сочинять детскую сказку, этот публицист увлекся морализаторством и убил своего героя. Еще бы, ведь тот совершал дурные поступки. Однако сцена повешения читателям не понравилась, и они завалили издательство Письмами. Героя пришлось воскрешать, а финал менять. Однако наставительный тон и библейские отсылки в книге сохранились. Именно поэтому итальянцы называют приключения Пиноккио Карла Колоде самой христианской сказкой на Земле. Неудивительно, ведь старик Джепетта создает человека, и тот получается таким же непокорным, как Адам. А еще Пиноккио символизирует блудного сына. Он признает свои ошибки и потому получает шанс на полноценную жизнь.